Так, дорогие друзья, у меня в гостях на канале «Одесская лирика» один интересный персонаж Брайтон Бич. Он родом, он сейчас сам все расскажет, но я прошу для начала рассказать анекдот. Представься, пожалуйста, нашим зрителям, представься. Александр Приер. Так, рассказывал анекдот на любую тему. Давай, сейчас на твое усмотрение. На мое усмотрение? Пожалуйста. Значит, что она любит? Абрам и Сара лежат. Продолжать? Ну, конечно. Лежать в кровати. Абрам не может спать. Не спит. Сара говорит: Абрам, почему ты не спишь, Абрам? Его локтем вот так. Он говорит: Сарочка, ты понимаешь, такое дело, я ему должен $100. А она говорит: сейчас, подожди. Открывает окна, кричит: Хайм! Тихо. На весь район. Хайм быстро бежит к своим окнам. Они там напротив живут. Да. Дом к дому. Он говорит: чё? Она говорит: тебе Абрам должен $100? Говорит: да. Так он тебе не даст. Закрывает окна, говорит: спи, Абрамчик, спи. Теперь пусть он не спит. Все? Да.